Здравствуйте, с вами канал Глинки.ру, и это обзор на трубы Trevor James. Трубы Trevor James Renaissance – линейка студенческих музыкальных инструментов строя ИНБ, оптимально подходящие для обучения в музыкальных школах и колледжах. Мензура всех труб 11,8 мм, раз труб 125 мм, клапаны сделаны из нержавеющей стали. Каждый инструмент индивидуален по звуку и дизайну, что позволяет найти трубу под конкретные цели обучения и исполнительства. Труба TJTR-2500 лакированная, сделана из желтой меди. В обзоре мне помогает Сергей Корольков. Труба TJTR-4500 лакированная, сделана из розовой меди. Труба TJTR-4500SP, лакированная, с посеребрением, сделанная из розовой меди. Труба TJTR-8500SP, лакированная с посеребрением, сделанная из желтой меди. Инструмент также отличается особым стильным винтажным дизайном. Все трубы продаются в полужестком удобном кейсе со вшитыми наплечными ремнями, снимаемым наплечным ремнем и карманом. В комплекте имеются дополнительные стаканы под клапаны, масло, а также мундштук TJ-7C. Сергей, как тебе трубы? Трубы отличные для музыкальных школ, для учеников. Подходит замечательно, все работает, металл отличный, машинка отлично ходит у каждой трубы, независимо от модели, цены и так далее. Комплектация мне понравилась, в принципе, полная, с чехлом, с маслом, с мундштучком, то есть то, что нужно для начинающих музыкантов, трубачей. Звук у них хороший, стройный, что самое главное.
Я думаю, что всем подойдут эти трубы, кто начал и даже кто занимается в колледже уже, может быть. Отлично. Спасибо большое, Сергей. Это был обзор на трубы Тревор Джеймс. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.